друзья, доброе утро. Сегодня какой-то армагеддон, блин. Ветер. Я думал, палатка улетит, но она вот сейчас улетит. Вот как и предполагалось. Ладно, что-то уехали. Серега уже машину бросил. Я вот только встал. Сейчас схожу по своим делам. Будем стараться палатку туда в уголок перенести. Но зато тепло. Зато тепло. Ну, ветер сильный. Так что будем посмотреть. Время 10. Сегодня выспались. Здрасте. Уезжали тоже. Блин. Я не удивлюсь, если сейчас начну еще палатки летать. Что ж, сегодня мы полдня провели в бассейне. У нас сегодня был такой чили-ванили день. Естественно, камеру внутрь нельзя брать. Но я скажу, если будете в Исландии с детьми, обязательно сходите в бассейн. Мы через 2 дня, конечно, в другой бассейн сходим. Но бассейн бомба. Самые горячие такие маленькие бассейны там были. Он был 44 градуса. Это горячая вода. Что у нас там было еще? Паровая сауна была. Ну, а так себе. В основном мне понравилась вода. Мягкая, никакой хлорки. Ну, немножко запашок от серы, да. Потому... Друзья, ну что? У нас сегодня показывать нам нечего было. Будем показывать вам кемпинг. Как живут или как делают отпуск исландцы на кемпинге. Во! Ребятня уже себе друга нашла. Как они разговаривают? По-английски. Что, получается разговаривать? А что вы уже телефоны взяли? Я думал, мы пойдем сейчас туда. Он что, этот, космонавт или что? Да, я в Майами. Майами? Я сейчас в английском, а я не слышу. Значит, твой английский. Я спросил, я говорю английский, и я сказал, что да. Будем сейчас гулять-то. Будем гулять и показывать, как отдыхают. Ну и что я сделаю? Буду разбираться, сами разбирайтесь. Это ваши проблемы. Что ты хочешь? Шапку оденешь? Мне шапку лучше одеть, ветер сегодня сильный. Ну, короче, буду показывать вам кемпинг. Жизнь на кемпинге исландском. Будьте Акурери. Заезжайте на кемпинг, раз. Сейчас я прочитаю. Хамрар. Это так хорошо. Это так хорошо. Очень большой кемпинг. Смотрите, сейчас время 9 вечера. До сих пор вон очередь стоит. Люди едут. Мы сами вчера приехали. Во сколько мы приехали вчера? 10? 10 приехали. Куда мы сходим, там домик. Можно варить, сидеть, кушать. Но мы туда не ходим. Очень ветрено. И много возможностей для детей. Игровых площадок много. Вот. Смотри, аж так калашматит этот шлагбаум. Ветра. Здесь они что-то придумали. Футбол. Там можно настольный футбол играть. Как знаете, есть это настольный теннис, а здесь настольный футбол. С мячом вот здесь вот. Можно долбить ему. Йонатан идет, забыл. Куртку свою играли они. Собирается. Тут ветер такой. Не, они распаковываются. Тяжело будет сейчас собрать. Мы сегодня утром переносили палатку, она тоже. Думали, улетим, как парашют. Вот, сейчас подходим здесь тоже. Да, пойдем. Ну, посмотрим. Осторожно, да, Андрюха? Один неверный шаг, и ты мокрый. Завтра в поход пойдешь, это, босиком. Осторожнее, да? Я Сергею говорю, мы вон это, в кофтах, в шапках, дети вон купаются. Так, туда можно в лес в поход сходить. Кстати,
19 евро в день стоит. На взрослого и на ребенка мы заплатили. Ну как, я заплатил 19, Сергей. Так что за эту цену тут входит душевая. Интернет входит в эту цену. Фуа, запыхал чажно. Поднялись мы на гору. Смотрите, кемпинг, брат. Оттуда начинается. И вон, где-то там наша палатка должна стоять. Там должен быть футбольное поле. А вот это вид. Но на камеру-то не воспроизвести. Там вон горы, снег наверху. В основном вокруг нас горы, еще лежит снег. Ах, ляпота. Наш должен быть где-то там стоять, палатка наша. Так, ну сегодня, наверное, такой вот коротенький видосик у нас получился. Да, я в шапке, холодно здесь до сих пор. Хотя 19 градусов сегодня. Время 9 вечера, до сих пор светло. Ну, тут так и останется. Если бы туч не было, то вообще бы жарко. Потому что до этого немножко солнышко пробивалось сквозь тучи. Было даже жарко. Мы сидели в футболках. Ну вот, как-то так. Так что, друзья, сегодня у нас... Какое число? День Исландии, и у нас до сих пор еще хорошее настроение. А, в четверг, через 6 дней домой, так что еще есть время что-то увидеть, что-то вам показать. Так что на этом спокойной ночи, опять же. Мы вниз, ребятня не хочет наверх. В принципе, можно подняться вон туда, на гору. Что? Ну, ребятня не хочет. Ну, у нас еще есть вот пару дней. Мы останемся. Мы завтра будем продлевать еще на 4 ночи. Так что у нас будет время еще подняться наверх. Дрону, да. Ну, блин, ветер. Сегодня ветер сильный для дрона. А так, да, дрону можно поднять. Это мы сделаем. Друзья, по всему периметру раскиданы вот такие домики. Вашхойзе, можно сказать. Тут можно посуду помыть, сходить в туалет, сходить в душ. Но заходить не будем, потому что вдруг там кто-то писит стоит. Вот. Питьевую воду набрать. Так что насчет этого. И можно сказать, что даже душевые очень чистые, да? Вот. Насчет этого здесь очень круто. Вот. Кемпинг полный. Я до этого был 10-12, я там смотрел, там 15 номер был. Так что 15 таких вот всяких. Смотрите, собака. И что, круто, вот, смотри, какие здесь машины ходят. Это монстр, а не машина. Серега, вот это машина, блин. Такими домиками пользуются те, кто или на велосипедах, кто ночует в своих палатках, у кого нет возможности с собой много тащить. Можно здесь погреться. Кухня здесь есть. Вот небольшая кухня. Разогреть. Ой, кто греет. Чайник. Все тут есть. В туалет сходить, в душ. Вечерком погреться, покушать. Вот. Конечно, вот у нас своя палатка, мы будем сидеть в ней. Ну а в основном, если пока плохая погода, то...